При выращивании саженцев клематиса гибридного принцесса Диана, принцесс Даяна, отдают предпочтение теплым, защищенным от ветра и сквозняков, солнечным участкам. Саженцы нетребовательны к уходу и качеству почвы. Уход заключается в своевременных подкормках, умеренном поливе и ежегодной обрезке. У клематиса гибридного принцесса Диана, принцесс Даяна, цветки розовые со светлыми краями, по форме напоминающие лилийцветные тюльпаны. Цветение обильное с июля по август. По окончании цветения на протяжении осени и зимы, побеги украшены декоративными соплодиями. Применяют для декорирования стен, пергол, беседок и других садовых опор. Хорошо сочетается с карликовыми деревьями и миниатюрными кустарниками. Также используется как почвопокровное растение. Клематис гибридной принцессы Дианы – это лианы высотой 200-300 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка розовая со светлым краем. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 5-6 см. Летом листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Обрезать растение нужно на высоте 50 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.